И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic. Будем смотреть крутые постройки, которые приготовил нам Димон. Поздоровайся. Всем привет. Если бьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Показывай. Пойдемте смотреть классные постройки. О, сразу где-то что-то загрузилось. Да. Так, давайте будем смотреть, что это такое. Это коробка. Коробка, давай, заходи в коробку. Стой, тут есть какой-то подвох, Димончик. Подожди, дай я рассмотрю. Сразу хочешь меня подписать на какую-то фигню. Не-не-не-не-не. Да нет, это не, Диман, я вижу это здесь какой-то... Это бункер, это подвох. Да там бомбы, я вижу. Диман, я вижу бомбы. Заходи в бункер. Ладно, ребята, ставьте лайкосик. Заходим. Это подписка. Давайте третьего лица сделаем. А что она не работает? А, я еще лечу! Летим, ребята! Крышка отвалилась! Что такое? Куда я лечу? Ребята, летим! А мы летим! Вот это да! Классно, Димас, тебя там разбомбило конкретно вообще. Так, я бегу. О, к нам челик присоединился. Да, подписчик какой-то. Это отлично. Так, кстати... Подписчик, я посмотрел в мастерской Steam, сделал постройку. О, давай. Давай глянем ее. Так, вот она. Подожди, а что это такое? Шлаг, смотри, она еще и фигачит. Это шлагбаум рабочий, только это... Очень странно. Подождите, сделал эту постройку, комбин Ситис... Не бей мою постройку, кувалдой. Димас ТВ шлагбаум. Понял? Спасибо тебе, чувак, за то, что такую классную постройку сделал. Хорошая построечка. Так, давайте-ка, я думаю, надо, знаешь, что сделать? Чё? Я даже не знаю, как ее устойчивую сделать вообще. А, вот так вот. Вот так вот-то, да, давай? Вот так вот, чтобы она не падала. О, вроде не падает, Димон. Ну-ка. О. Нормально? Димон, красава. Ты чё, хорошо все работает? Да, вообще финшу. А ну дай мне по башке. Чё с палкой-то? Ах ты, блин, ого, отталкивает. А чё это? Смотри. Так, по старой традиции. Прогнулась. Чётенько. Мне нравятся эти взрывы. Да. Давай дальше. Давай дальше, отойдите. Ого, это что? Это подиум. Это подиум. Заходи. Чё это? Да что ты за говно делаешь? Ты вечно мне... Что? Чего, ты сегодня меня подписываешь? Ты с подписчиком нас закинул в какую-то коробку. А я выпрыгну. Ай, блин, оно бьет. Да что такое это? Я сейчас выпрыгну, смотри. Оп. Да как? Это ловушка, блин. Это же ловушка. Твоя ловушка просрала. Да не. Ну я же выпрыгнул. О. Ой, смотрите. Че-то вы такое сделали с ней. Че ты там делаешь? Мегастроитель. Нормальная ловушечка. Сейчас мы тут подкорректируем. Взрывай, Димас, это дерьмо. Да нет, это классная ловушка. Ну, только не продуманная. Да, из них выпрыгнуть можно, оказывается. Чё? О, давай такой. Чувак, который ее построил, забыл, что здесь прыгать можно в этой игре. А чё она не взрывается, я не пойму? Я не понимаю. Давай взрывайся, ты чё? Воду нам тут... Во! О, нормально. Вот это другое дело. Нет построек, которые мы не сможем с Диманом взорвать. Это че? Это Грут. Это Бенди. Бенди, да, он маленький. Видишь, у него крюк еще есть. Нифига себе, он страшный. Прикольно, кстати, чернила на лице сделали. Смотри, какой ты, Димас. Какой Бенди огромный, а? Ну, кабан. Здоровяк. Так, а в нем механизмы есть? Есть. Нет, нет. В нем есть только... Димас, сейчас тебе покажу, что в нем есть. Если оно тут... Смотри. Смотри, Димас, что покажу. Давай. Сейчас. Не, подожди, что вы тут понаставили, а? А? Да это этот человек. Так, смотрим. Да что-то не работает. А у него нет механизмов, Димончик. Просто прикольная постройка. О, построил. Может ускорители, налепить ускорители и типа запустить в небо его? Все, ускоряем его вверх. Ух! Салют из Бенди. Все классно, давай дальше. Димон, да, тебе только вот в пиписке строить. Я не выдержал. Я держался. Ой, вот. Да что такое? А что это за... А я не знаю, это что за осьминог?
Слышишь ты? Сминожья башка в нем. Успокойся. Ого! Ты чё, вертолет, что ли? Не знаю. Чё это такое? Успокойся, палка. Ого, а здесь что? Палки, блин. А чё за датчик? Я вообще без понятия, что это за тупая постройка. А как она называется? Не, она не тупая, Дима, так что-то такое? Какая-то она, шляпа. Это что, венчик? Это венчик для перемалывания людей? Я не знаю, очень странно. Давай взрывай ее. Воу. Смотри, как эта штука повисла там. А чё, а это законно? Да, это механизм прикольный. О. Так, это смотрим челик. Следующую постройку. Чё так, это такое? Делать? Заходите внутрь. Я зашел. На! Во, прикольно, ребята, от третьего лица вида. Да, конечно. На! Ударь, о! Вот теперь она сработала, датчик сработал, Димон. Да, всё, ай. Там есть датчики, смотри. Нету? Не. А если бомбу... Ух ты! А если поставить бомбу и пусть ее придавит? Можно, можно, давай только какую-то маленькую. Видишь, внизу датчик есть. Во! Во! Смотри. Так. Что за фигня? Чё-то не работает. Может, какую-то малюсенькую бомбочку надо? Давай. Ага. Не хочешь, да? Подожди, чё ты? Так, давай. Это для равновесия. Вот так теперь дать вас родовесие. Да нормально, чё ты, мне нравится. Ну что? Что вы сделали? Это новая ловушка была. Я просто одну штучку удалил и все. Понял. Так, давай следующую смотреть. Так, это у нас... Так, как-то сюда надо заходить. Чё это такое? Ух ты. Воу, Димон, прикольная штука. Я вовнутрь. Давайте. Я тоже. О! Прикольно. А чё это? Прикольно. Ты как, Дик, прикольные постройки накачал? Непривычные. Вместе застрять. И чё теперь делать в этой штуковине? А давай разламывай её. Так. Из любой постройки в скрап-механике, из любой ловушки можно вылезти с помощью разрушения. А ну, Димон, смотри, как она ещё красиво будет смотреться. Сдалека только отойди. Я понял, чё ты хочешь. Смотри. Да, красивая постройка, Димас. Ровненько разлетелась. Да, да, отличная вообще. Димас, вот эта постройка шикарная вообще, отвечаю. Я, наверное, в ней появлюсь. Это моя мечта! Димас, как эта машина марка называется? Сейчас скажу. Давай, 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 быстрее. Линкольн. Вот буква R, что тебе напоминает? Какую марку? R. Буква. Не знаю, Димас. Роллс. Ройс. Роллс-Ройс. Димончик, садитесь. Да вообще, это такая шикарная тоже. Офигеть, Диман, мне нравится. Давай, поехали. Я такую в реальности хотел бы. Это реально Rolls-Royce? Да, офигеть. Даже двери открываются как надо. Нифига себе он наваливает. У них такие тачки здоровые, вот такие мощные. Ох. Нормально. Я что-то нажал, и у меня там что-то ускоряется, не? Так, давайте... Угу! Димас, нифига себе такая. Солоси сильно. А чё у меня какая-то штучка есть? Так, подожди, чё ещё есть тут? Три. Сигнал. Угу. Уточка, уточка выезжает. Да-да-да, прикольно, пусть будет. А в Роллс-Ройсе вроде не уточка должна быть. Фары. Не знаю. Ускорение, погнали. Сейчас, Димончик, я тебе покажу лучший высший класс. Да что за говно набросали по дорогам? Да кто... Да нормально, ты это. Блин, что-то подвеска поломилась. А не. Это у тебя кубик застрял просто. Вот, Димас, я внутри вижу, как машина выглядит. Там куча труп вообще. Он дает первого лица проеду? Воу, Димончик, ничего себе. От первого лица шикарная мебель. Дай тоже дверь открою. Что-то у меня дверь заела. А, это дверь. А, я думаю, а что у меня какая-то ручка нарисована в этом доступе? А ну, Димончик, покатай меня сзади. У тебя с дверью прикольной. На заднем сиденье хочу, а ну-ка. Димас, а что у тебя дверь брейкданс делает? Не знаю, она у меня вроде ровненько стоит. Вообще, что не так с ней? Я сейчас ее апгрейжу. Вот это твоя дверь, смотри. Тут вот. А, не, баганулась что ли? Прикольно. Димас, давай ускорение сзади я поставил. Смотри, какое ускорение. Сейчас надо тут убрать несколько деталей. А сзади ускорение. Ой. Блин, колесо убрал. Доброго без колеса, поедет или нет? Давай. Подожди, стой. Давай я на крышу залезу. А, стой. Нет.
Димас, из чего у тебя ускорение сзади есть? Вижу, вижу, вижу. Ого. Я паркурист. Поехали. Здорово! Блин, мне двери-то Миша. Ух ты! Это было, кстати, эпично. И я друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!